Японию постигло стихийное бедствие, которое, как говорят, случается раз в 1000 лет. Ни одна из самых последних технологий не смогла предотвратить эту беду. Это бедствие спровоцировало катастрофу, которая потрясла весь мир. В Хиросиме совершилось чудовищное преступление. Преступление против человечества, потому что пострадали невинные. Да, японцы понесли серьезные потери, однако настоящим последствием Хиросимы стало узаконивание атомного оружия по всему миру. Я пришел к мысли, что впускать в нашу жизнь атомную электростанцию было ошибкой. Мне кажется, что с тех пор, как станцию построили, мы в Футабе просто купались. Первое лето нам пришлось забить телят и их матерей. Мы просто взяли небольшой образец мяса, а остальное были вынуждены закопать, как будто это яд. Нельзя было есть ни рыбу, ни фрукты, ни грибы, ни мясо. Из-за радиации нельзя было даже садиться на землю. Их послали на задание впервые. Им пришлось сражаться с неведомым ранее врагом. А именно радиацией. Я благодарен каждому из вас. Спасибо вам.